Блин. Тихо, ребята! Вы бегаете? Нет. Контакту в общаге. По общаге ходит. Понял, иду. Второй этаж, по-моему. Открывай, включай мечёта. 203-ю, скорее всего. Где? Какая общага? Первая. Их двое. И ты... Да, их, кажется, я подбегаю. Сейф открыл. Чё, отвлекать? Все. Бьём. Готовы все? Хорош, спас меня. Еще там второй. Я вообще лежу, не могу ничего делать. Окей. Граната сейчас им полетит в этот, блядь, в окошко. А, вижу, вижу. Блядь. Живой? Второй этаж, первое окно. Нет, не убил. Второй этаж, первое окно. Право. Право? Да. Заходишь на второй этаж и направо. Подкотал, но не убил. Я в магазине. Гранат есть? Чувак, и нас пылили во дворе. О, я убил 100, зачем? Хорош. Беру АКМН, последний. Нет, он лежит. Не, он убит, по-моему. Да? Кого не вижу, я его через третий этаж прошу. Лестница железная, кто? Я. Блядь, где ж ты, сука? Надо с того чувака снять по бурому пушку. Я не шевелюсь, слушаю, где он. Не могу понять, он, по-моему, где-то все еще на втором этаже, но он что-то прыгал. Кто у магазина? Нет, я в здании. Я в здании. Контакт. За магазином. Бегу на первый. Где? Это бот. Я за общагой. Да, убил его. Блять, он слева стоит там, блять, в левом окне. В левом окне прям второй этаж. Первое левое окно. Блин, там золотое. А, слева? Да, слева первое левое окно. Зашел опять в общагу. Ты бегаешь? Я забрал. Я фор взял, калаш все смешно. У меня тут тоже этот залутанный, типа, я бегаю. Он второй этаж слева был, не перепрыгивал до сих пор. Где-то там сидит. Угу. Смотри, я начну лутать, а ты слушай. Подожди. Не надо, будем аккуратно, блядь. Хорошо, я калаш беру пока. Все, братан, я вооружен. Чувак, фарти в бомжеском калаше без крышки. Я, братан, калаш взял и патроны к нему. Ну чё, давай попробую разменять. Приготовься, я забегу к нему, поразмениваю и этот. Я сейчас с этого буду стрелять. У меня какие-то лаги жесткие. Я на третий поднял. 20 FPS. Я его там не вижу. Я обхожу в яму, короче. С ямы сейчас наберу расстояние, зайду во вторую общагу и посмотрю в окна. Там, блядь, вид, в принципе, мне сквозной, обе комнаты увижу. Патроны у меня БС-ки заряжены, я тут нашел. Если, блядь, увижу его голову, блядь, похуй какой шлем, ему пизда. Слушай, он там сейчас двигаться, скорее всего, будет. Он там есть точно, он сидит где-то, блядь, в этих комнатах. В главный выход. А, 204-й забит? Да, 204-й или 203-й, я не знаю какая, поэтому я туда не хожу. У меня роса не успею, я в росе не успею его разменять. Так, а мне куда пройти тогда? Просто слушай, главное слушай. Я внутри. Ты внутри? Первый или чё? Первый этаж, да. Аккуратней, слушай. Он там что-то прыгал, но я... Может, он даже не в этих комнатах, может, он дальше куда-то ушел. Короче, в 203 я его не вижу, по-моему. Мне кажется, он в 204. Я, по-моему, часть пикселей его вижу. Он 204, кажется, стоит. Или это дверь блестит.
Давай попробую АКМНом туда бахнуть разок, он шевелиться-то будет, если... Давай. Давай. Не, тихо. Я пошел тут его разминать. Весь третий я его не увидел, значит, так. На припайре буду заходить. Здесь четвертая чисто. Он убит! Я его АКМНом убил только что, братан. Да ну. Аааа, блядь!